Замочила я огурцы, вот столько вот у меня получилось. Я тут, наверное, не все буду их закручивать, посмотрю. Оставлю на ночь. Что-то я их не обрезала, ничего, пусть так лежат. Потом обрежу, помою хорошенько уже. И лук вот столько нарвала, не знаю, куда я его, его не заморозишь, но будем есть или девчонкам соседским, соседским, девчонкам своим подружкам, соседкам отнесу. Всем привет! Сегодня уже новый день, и я закручиваю огурцы. Получилось у меня вот только 4, ой, 4, всего 4 до банки, 2 литровых, по-моему, вот это вот 700-ка, а здесь 680 миллилитров. Вот, подготовила крышки, вот это вот, вот от этой банки, недавно мы ее покупали. Вот, и обычные буду крутить ключом. Вот, и мальчишкам готовлю параллельно картошку тушеную с мясом. Что-то я воды много туда добавила. Так что вот занимаюсь. Попозже буду заниматься уже компотами из яблок. Все, закрыла я огурцы. Хочу вам показать. Я сейчас решила тряпки свои кухонные. Вот это вот у меня от Faberlic. Вот такая вот у меня зеленая тряпочка для мытья посуды. А этой тряпочкой я, ну, вытираю, она у меня как салфетка. Вот, я замочила их в кипяток. И вот таким вот я пользуюсь пятновыводителем кислородным. Очень классно сейчас вот полежит. И минут 5-10 я просто прополоскаю, и тряпочки будут как новые. Сейчас вам покажу, сколько у меня огурцов получилось. Я уже их составила на пол. Здесь вот у меня они... Так, сейчас. Здесь вот укрыла их детским одеялом старым, которым раньше детки укрывались. Но уже мне сейчас для хозяйственных целей только нужно. Вот, 4 баночки огурцов у меня получилось. Вот это вот, не знаю, короче, что-то вот пена какая-то, что ли, пройдет она или нет. Вот эти вроде прозрачные, а вот эти что-то непонятно. Все, сейчас пойду гладить. И попозже займусь компотами, наверное, яблоки буду чистить. Покажу вам, как отстирались тряпочки. Вот это вот зеленые. На самом деле они уже у меня давно, больше 3 месяцев это точно. Это тряпочка Faberlic. Я их люблю. Они не очень дорогие. Вот, так что здесь немного цвет передается более ярче. На самом деле тряпки не такие яркие. И вот с помощью этого средства можно вернуть первозданную свежесть вашим кухонным салфеткам. Так что пользуйтесь. Мы идем в Додо пиццу с мальчишками. Уже сходили к маме на работу. И я им обещала пиццу приготовить, купить. Слава не хотел, Вася наоборот хотел. Так что идем. Вася победил. У нас вот здесь вот торговый центр, и там у нас Додо пицца. Папа у нас ее не любит, так что мы туда ходим без него. Заказали мы пиццу Додо микс. Здесь 4 разных вкуса: сырное, что-то там с курицей, и чай мальчишкам, и я кофе себе взяла, так чуть-чуть перекусить. Можно. У нас воскресенье, как обычно, в 9:30 мы должны быть уже в нашем конно-спортивном клубе на занятиях. Сейчас едем, у нас дождливая погода. Ночью, видимо, был большой, да, такой небольшой, а сильный большой. О, здесь лежачие, смотри, положили. Здесь их не было. Короче, едем. И потом поедем на дачу. Нам нужно копать картоху. Еще там много разных дел. Мы ничего не успеваем с нашими этими поездками, с нашими работами, учебами, обучениями. Во
вообще времени нет. Мы так толком ничего и не успели вообще сделать. Мы со Славкой на занятии. Он первый, как обычно. Тут ничего не изменилось. Нас просто здесь 2 недели не было. Вроде все как было, так и осталось. Отвела я Славу. Что это получается у тебя? Че? Поставить новую камеру тебе? Ну да. Нет, не получается. Сделал? Ром. Чего? Сделал камеру-то, нет? Не знаю. Смотрите, у нас какой тут ужас. Ужас, ага. В моей машине. Земля. Любители покатать мусор. Мусор я не показываю. Обратно, мусор я не показываю. Пойду кофейку себе возьму. Тебе надо кофе? Я кофе не пью. А? Не хочу. Не хочешь? Какао? Пожалуй. Вася взяла горячий шоколад себе, латте, и вот прайс-лист нашего конно-спортивного клуба. Не работает она здесь. А нормальная сколько стоит? 4-5 нормально, более-менее будет еще. Надо купить нормальную, не пальцы. Заново, потому что что-то я не пойму, нагревается. Кабель нагревается вместе с соединением. Славка позанимался. Сейчас Вася занимается. У нас дождик капает. Некое подобие камеры залито непонятно чем. Резиной или чем. Схемка. Ну, вообще я инженер. Ромка зашел в магазин, ему нужно было вернуть деньги за запчасть, от которой он отказался. А я и сижу и смотрю вот на эти дома, смотрела здесь квартиру. Моя мечта, скажем так, расшириться, не расшириться, а как сказать, больше квартиру приобрести с большой кухней. Даже можно двухкомнатную, но чтобы кухня была огромная. Вот. И вот в этих домах, это Сергиев Посад, здесь квартира, двушка, трешка стоит 12, а даже 11, да, я находила. 11-15 миллионов в этих вот домах. И район такой отдаленный от центра. По-моему, микрорайон Северный называется. Или Север. Короче, я тут немного не местная. Здесь даже, вот смотрите, рядом частные дома какие-то есть. Вот, так что мечты, мечты. Все так дорого. А наша квартира, она в 2 раза дешевле стоит, и как бы не знаю. Зашли посмотреть, что у нас есть в кинотеатре. Может быть, какие-то мультфильмы. Мультфильмы. Сейчас во вкусной точке посидели. Сейчас посмотрим, что у нас тут интересного. Короче, посмотрели и пошли дальше. У нас нет времени
Нет ничего там интересного. Как-нибудь в другой раз целенаправленно. Мы на даче, Ромка накопал уже картохи. Сколько, Ром, с трех рядов получился у нас мешок? 4 ведра картошки. А, 4 ведра, да. Вот, осталось еще нам 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Так я говорю нам, Роме. Ну, вместе сейчас, да, будем? Я сейчас с огурцами там разберусь и вместе будем копать. Вот, завтра он косить будет, смотрите, трава растет как на дрожжах. Я вам когда видео показываю, кто меня постоянно смотрит, они, наверное, думают, боже мой, они никогда не косят эту траву. Нет, мы ее косим, но она у нас тут почему-то растет, потому что здесь влажность. И участок еще не такой прям разработанный. Участок не такой разработанный. Вот эти вот лопухи, их надо все, конечно, копать, выкапывать их лопатой. Вот здесь вот мы кое-как вот на вот этом участке. И то, сколько мы, наверное, лопухов 5, да, отсюда выкопали? 5. А? Больше? Ну, короче, еще здесь даже вот были. Раньше их там вообще уйма было. Это просто нереально, как много их было. Вот. А здесь у нас участок как раз вот рядом с домом. Соответственно, мы здесь ничего не копаем. Вот. И получается так, что вот эти лопухи все растут. И да. Смотрите, какой у нас патиссон шикарный. Сейчас вам огурцы пойду покажу. Смотрите, патиссончики еще цветут. Вроде я не вижу еще, которые можно срывать. Я в тот раз сорвала большой. А, ну вон маленькие там завязываются. Будут еще патиссончики. Это у меня пустая грядка. Ну, тут все как обычно, ничего нового. И вот здесь мы пришли к огурцам. Вот здесь я буду делать дорожки. Не знаю пока из чего, но что-то будем делать, потому что мне эта трава не нравится. Я ее полола руками, дергала, она заново. Так, вот огурцы. Все высохли. Немного соберу тут, какие тут есть. И сегодня они у нас пойдут в мешок для мусора. Почему? Чего? Не, Ром, пока не пойдем, потому что это... Я им мороженое дала. Я откупилась. Вот. Потом Ромка будет все вот это вот пахать. Здесь вот у меня помидоры были. Будет все пахать. Здесь мы будем думать, что делать. Либо плиткой, либо не знаю чем. Может быть, что-то пока кину на первое время. Может, какие-то деревяшки или что-то, я не знаю пока. Вот. Короче, тут работа, 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 работа. И еще раз. Здесь я так ничего не посадила. Вот эти сорняки постоянно. Сейчас их тоже повыдергиваю. Здесь тоже все. Вот. Здесь, скорее всего, будет теплица. Я никак не доеду. Я нашла, где купить теплицу. Поставим здесь теплицу. Ась, куда мы идем? На? Площадку. Мальчишки захотели на площадку. Вернее, мальчишка вон тот, который уже на ней. А Вась так с нами за компанию. У нас так тепло, хорошо на улице. 22 градуса. Очень даже. По-летнему тепло. Мы тут в дачном все. Зато я не переживаю, испачкаются они или нет. Испачкались, переоделись. Испачкались, переоделись. Ой, чуть не упал помимо лавки. Так, Слав. Ты давай на ту качельку, а он на эту. Во, и всем по качельке. Не жадничай. Ой, а что-то она там оторвалась, Слав. Аккуратно, она там что-то оторвалась. Розовая картошка у нас классная. Ух ты, вообще гигантская.
Слушай, классная. А в том году она у нас такая была? Да у нас не было такой. Это вообще, откуда такая? Но мы навоз добавляли. Я говорю, откуда эта картошка? А я не знаю, это с того года осталось у нас. Да? Да, а мы же не покупали. Нет, мы оставили покупную ее. Какую покупную? Розовую? Да, покупная, да. Да ну. Была, была. Давай. Ай, комары что ли еще летают? Уже? Уже? Еще. Это мелкое что-то. Вон еще у тебя под ногой вон там была. Где под ногой была? Вот здесь вот где-то. Вон, видишь, розовенькая, вон еще. Ты засыпал сейчас. Вот здесь вот, вот. Вот и еще вон там была. Еще, еще. Вон, вот здесь вот, Ром, мне кажется, была. Вот, на этом месте. Он курит. Я не курю точно. Где, в каком? В этом? Вот здесь вот, вот здесь. Вон, видишь, навоз-то у нас там. А что, все, ну, это та была? Я ее укопал. А кто курит? Может, Вова здесь курил? Да это... Вы что, это этот такой? Блин, Ром, не кидай меня на ноги. Там навоз, да? Может, это в навозе был бычок? Это не бычок. А-а-а. Деревяшка, прикалывай. А-а-а. Думаю, откуда у нас здесь. Курение – это зло, нельзя курить. Ну, тут белая, по-моему. Я готовлю картошку. Сейчас мы будем ужинать. Варю немного, чтобы поесть сразу, ну, горячую. Вот. И набрала огурцов. Сейчас вам покажу. Вот такая чашка у меня огурцов. Они, конечно, все маленькие. Это уже остатки. Но сейчас сделаем салатик. Я думаю, будет вкусненько. Помидорки, к сожалению, у нас будут покупные.